Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления овощного рагу с мясом. Нам потребуется 350 грамм мяса, сегодня я буду использовать свиное филе, 2 средних кабачка, 2 средние луковицы, 1 морковь, зеленый лук, 2 средних баклажана, 3 спелых помидора, болгарский перец, соль, паприка молотая, молотый кориандр и растительное масло, а также 3 лавровых листа. Режем морковку соломкой. Режем лук. Далее будем резать помидоры и перец. Кабачок почистили от шкурки и режем небольшими кусочками. Баклажаны мы порезали небольшими кусочками, добавили соль и кориандр. Сейчас их надо перемешать. В кабачки тоже добавили соль и кориандр и будем перемешивать. Готовить овощную рагу с мясом я буду в мультиварке. Также можно готовить такое рагу на плите в казане. В чашу мультиварки налила немного растительного масла. Половину от данного объема нарезанного репчатого лука мы поместим в мультиварку и будем обжаривать. Вторую половину оставим на тарелке. Закрываем крышку мультиварки, выставляем программу «Жарко» и включаем кнопку «Старт». Наш лук сейчас будет обжариваться, потом мы добавим в него морковку. Обжариваем в мультиварке с закрытой крышкой, но периодически ее надо открывать и помешивать содержимое. Наш лук жарится. Сейчас мы добавим к нему половину от объема морковки в данной тарелке, а вторую половину оставим на тарелке. Лук перемешали с морковью и даем им обжариться. Лук с морковью немного обжарились. Сейчас будем добавлять к ним мясо и обжаривать дальше. Обжариваем с закрытой крышкой, но не забываем ее открывать периодически и помешивать содержимое. В течение 20 минут наш лук, морковь и мясо обжаривалось. Этого достаточно. Выложили в мультиварку все овощи. И теперь все перемешаем. Все содержимое перемешали. По вкусу поперчили и добавили лавровый лист. Закрываем крышку мультиварки. Устанавливаем программу тушения. Время приготовления 1 час. За 20 минут до окончания приготовления надо будет открыть крышку, все еще раз перемешать, попробовать на вкус и при необходимости довести по соли и другим специям.